Гадалка. Картина итальянского живописца Караваджо, написанная маслом на холсте в стиле барокко в период с 1596 по 1997 годы, находится в Лувре. Первые годы жизни художника в Риме, куда он прибыл около 1590 года, не имея от кого-либо протекции, были суровыми. Для заработка Караваджо писал цветы и фрукты на картинах других художников, а затем стал самостоятельно создавать своеобразные жанровые сцены и натюрморты, изображая уличных мальчишек, цыганок, посетителей кабачков, гадалок, корзин с фруктами. Караваджо одним из первых утвердил право на существование этих жанров. Главное в произведениях Караваджо конца 16 столетия не повествование, а характерный типаж. Историографы Караваджо отмечают, что живописец с пренебрежением относился к творчеству великих мастеров прошлого и даже к античному искусству. Существует история о том, как Караваджо привел в студию с улицы цыганку, написал с нее образ в картине «Гадалка», в которой она предсказывает судьбу молодому человеку, и заявил, что натура — единственная наставница, в которой нуждается художник.